Мы 9 мая делаем репортаж. Вы не скажете несколько слов поздравления жителей с 9 мая и пожелания ветеранам? Ой, поздравляю, конечно, их, но не от всего сердца, потому что у них очень маленькая пенсия, и я им не завидую. Но то, что они пережили, мне кажется, это неплохо. И поэтому они живут долго, поэтому они не умирают. Вообще, конечно, не особо их поздравляю. Я думаю, что я их смогу поздравить лет через 7, когда я буду президентом России. Меня боги, аллахи выбрали, когда мне было почти 10 лет. Вот. Меня мама очень не любила, меня драла за волосы. Вот. Того, чтобы не умереть раньше времени. Вот. Потом у нас был Сталин. У меня сталинский характер, поэтому меня боги, аллахи выбрали и мной постоянно занимались. Вот. Жизнь моя прошла в угнетении, в унижении специально, потому что тот, кто у власти, все не просто так дается. Вот, и как потом проверите. Вот. Кстати, если хотите, оставьте все это, потому что это очень серьезно. Спасибо. Нифига, у него дурак. Да все нормально. Вообще ноль. Нихуя себе. Нихуя себе. Че употреблял? Да вчера же нахуяч. Нихуя тебе! Ты везде пришел. Ты что, зажрал меня? Я вот танцевал, говорю. Опа! Опа! Вы просто не видели, как он танцевал за рулем. Это был неизвестный. Да. Танцуй за рулем, блядь. Серёга, а как это? Вот там сидишь. Опа. Опа. Нихуя себе. Его кроется нормально, да. Вон туда только жопу послать. Эй, ебать. Так, откуда мы прозвучим? Новое слово. Да он ноль, он вообще в ноль. Ба-ба-ба-бам! Ба-ба-ба-бам! Нихуя себе!